Елочные украшения, гирлянды и праздничное настроение. В селе Михайловском прошел новогодний огонек. Такие встречи актива поселений с главой района уже стали хорошей традицией. В этот вечер с импровизированной сцены звучали не только слова поздравлений. Нашлось место и вокальным номерам. Адам Джарим подвел итоги уходящего 2019 года, поблагодарил депутатов, работников администрации, квартальных и просто неравнодушных граждан за слаженную и продуктивную работу. Пусть следующий год для каждой семьи станет самым удачным, самым успешным. Мы уже практически подвели итоги уходящего года, и можно с гордостью сказать, все взятые на себя обязательства район выполнил. Практически, можно сказать, 99,9%. Я хотел бы, чтобы следующий год, еще раз говорю, был бы очень позитивный, очень плодотворный, и чтобы уже подводя итоги следующего года, мы могли в багаж 2020 года много славных дел сложить. Поэтому спасибо, спасибо главе поселения, тем людям, которые рядом с ней, мира, добра, счастья, благополучия. Пусть Господь вас всех хранит. Также глава пожелал всем присутствующим семейного счастья и радости, чтобы в новом году всем неизменно сопутствовал успех. Адам Джарим обратил внимание на то, что практически все задачи, которые район ставил перед собой, были решены. Праздник продолжился в теплой дружеской атмосфере.